Здравствуйте, уважаемые любители музыки! Приветствую вас на своем канале. А сегодня хочу вам поведать о том, как важно встретить в жизни надежного, верного, да еще и умного спутника, особенно если вы собрались рвануть прямо к звездам. Причем все равно на чем рвануть. На Харлей Дэвидсон, Ямахе или Иж Планете Спорт, или просто на своих двоих. И хотя вам наверняка прекрасно известны без меня, тем не менее, вы узнаете, что не у всех получается добраться до цели. Многим мешают всякие обстоятельства или другие люди. Но когда честно посмотришь сам себе в глаза, то понимаешь, что если кто-то и мешал тебе в твоем движении вверх, так это только ты сам. И больше никто. И в этом блоге я собрала выступления нескольких групп, которые проходят у нас в рамках фестиваля, летнего фестиваля. Даже можно сказать и осеннего. Июнь, июль, август и до 25 сентября в центре города Даунтаун. На Мейн-стрит есть вот такой красивый газон. Здесь проходит очень много мероприятий. Здание, которое расположено за выступлением группы Grand Opera. Театр 19 века, в котором тоже проходит очень много мероприятий, концертов, спектакль. Приезжают разные группы. А сейчас идет бесплатный летний фестиваль. И приезжают каждую среду самодеятельные группы. Ну, я их называю американской самодеятельностью. Они выступают в каких-то барах, в каких-то концертных залах, по приглашениям и добровольно. Вот так в парке для всех желающих. Дается объявление в Фейсбуке и в местной газете. Приходят все желающие со своими креслами. Кто случайно забрел на эту площадку, просто располагаются на мягком, густом, хорошо подстриженном зеленом газоне. Сыровато, конечно, дожди иногда бывают. А фестиваль этот проходит под эгидой местного управления, и группы совершенно разные. И рок, и фолк, и джаз, и саксофонисты, и те, кто поет и играет, и соло играет на гитаре, на барабане. Мне трудно судить, нравится это вам или нет, но для культурного отдыха вполне себе интересно провести полтора часа, когда тебе лично тебе исполняют профессиональные музыканты. Помимо известных профессионалов, о которых я уже рассказывала на своем канале, у нас еще один фестиваль проходит в Гринлейк, Зеленое озеро, где приезжают исполнители классической музыки и скрипичные квартеты, и духовые, и симфонические оркестры, и оперные певцы, достаточно известные победители конкурсов, ну и такие самодеятельные, можно сказать, из гаража, такие простые парни из мастерских, заводов, фабрик, получившие, может, начальное музыкальное образование, а некоторые просто самоучки. Ну, для того, чтобы быть поближе к искусству, любят заниматься игрой и пением, и с удовольствием дарят. Что интересно, это так распространено, практически в каждом баре есть группа, которая постоянно там выступает. Некоторые группы гастролируют из бара в бар, с площадки на площадку,
соседнем городе, в Эпплтоне, проходит фестиваль «Музыкальная миля», где группа располагается в этот день на целую милю и играет во всех кафе, на открытых площадках, на открытых сценах свои музыкальные произведения. Чаще всего они известные, знаменитых мировых рок-групп. Можно сказать, легенды американских парней, которые из самой гущи народа, став с автозаправок и моек машин, которые ходили в простых джинсах, стрельчатых рубашках, промасленных комбинезонах, ездили на своих старых мотоциклах, на котором удалось создать и исполнять прекрасную музыку, без отрыва, так сказать, от производства. После трудового рабочего дня и создавать не просто хорошую музыку, а оказывать влияние на мировую рок-музыку и стать в один ряд с великими британскими Beatles и Rolling Stone. Но чаще всего они исполняют достаточно известные синглы из известных мюзиклов, известных фильмов голливудских, которые знакомы и приятно на слух. А зрители с удовольствием аплодируют, подпевают им и радуются тому, что им знакомые мелодии звучат здесь вот на площади в центре города. Прекрасная погода, чудесное настроение. Солнышко, правда, еще светит. Скоро зайдет уже за здание оперного театра. Ну, а здесь выступает этническая группа. Каждый желающий может подсоединиться. Дают барабан или какой-то ударный или звучащий инструмент. Мне дали какую-то деревянную лягушку, по которой надо было водить палочкой. И издавался такой ритмичный звук. А это три брата, которые с удовольствием исполняются. Средний брат поет, а два старших прекрасно его сопровождают. Тут артист, который играет на гитаре, так старался, что даже порвалась струна. Но у него в запасе была еще одна гитара. Он ее перехватил. Это такой живой концерт, так приятно этим воспринимать. Все так просто, доступно, и зрители с большим вниманием и с большим пиететом принимают выступления таких самодельных коллективов. Они приглашают на выступления в свои пары, приглашают на фестивали, которые проходят по окружным городкам небольшим, где они проживают или будут гастролировать, и с удовольствием выступают для нас. Солнышко зашло, и концерт продолжается. С удовольствием посещаем каждую среду. Не всегда удается попасть на такие концерты, но когда есть время, выделяем час-полтора приехать сюда. Недалеко находится прекрасное место расположения в центре города. Здесь машины проезжают, и пешеходы ходят, кто-то останавливается, кто-то проходит мимо, кто-то возвращается, присаживается на газон. И, послушав музыку, получить удовольствие, поднять себе настроение. Здесь недалеко находится автовокзал, так что пассажиры, которые курсируют по городу, тоже здесь находятся. А родители иногда приходят с детками, детки тут с удовольствием тоже проводят время, кувыркаясь на мягком газоне. Ну а пока-пока, всего доброго и хорошего!